Ну, если звезды зажигаются, то это кому-то, видимо, надо. Раз кому-то так сильно мешают банки, значит, кто-то хочет один большой и контролировать всех и вся. Мне кажется, что мы постепенно возвращаемся в наш контрольный Советский Союз, когда ты сколько зарабатываешь, столько и тратишь, и все это видно будет. Не будем забывать, что один банк значит прозрачность всех доходов. И не смогут люди уже варьировать. А если это делается, значит, это кому-то очень сильно надо. Вот и все.